прошлую лекцию меня доблестно и мужественно ответшие ее ведущие все-таки попросили перезаписать, поэтому на ютубчике появится уже в моем исполнении все то же самое. Вот. Можете посмотреть. Правда, как выяснилось, я примерно столько же рассказал, сколько Володя, поэтому, ну, видимо, план был слишком большой. Вот. Тем не менее, для того, чтобы быть окончательно спокойным, я начну, естественно, с повторения, как там обычно бывает, краткое содержание предыдущих серий. Ну, во-первых, объектом системы является в первую очередь файловый объект, каталог, файл, специальный файл, все, что может встретиться в файловой системе. Скринка включена. Мы его делаем таким. Поехало. Вот. Еще раз, да, объектом системы является все, что мы можем встретить в файловой системе, файловый объект, файл, каталог, спецфайл, всякое такое. Вот. Для удобства, как мы говорили, есть виртуальные файловые системы, которые представляют в виде файлов текстовых всякую информацию о системе. Вот. На самом деле никаких этих файлов нигде нет, это просто такой, ну, драйвер. Вот. Субъектами системы являются процессы. Когда мы говорим о правах доступа и вообще о способах доступа, мы говорим о доступе процесса к файлу. Вот. Чтобы посмотреть список процессов, PS, мы используем команду PS. Правда, вот PS без параметров выдаст только те процессы, чей стандартный вывод связан с текущим терминалом. Вот. Вот это вот все процессы, которые есть. Чтобы более покрасивших выдать, можно сказать, PS-E. Чтобы при этом длинные командные строки, которые залезают за конец экрана, показывались, можно, кажется, добавить сюда парочку букв V. Вот, от слова white. Теперь вот каждая строка занимает все. И по выдаче команды PS, которая, кстати сказать, раньше ходила прямо в мозг ядра, но уже довольно давно, вместо того, чтобы ходить в мозг ядра, просто особым образом проглядывает каталог /proc, вот, в котором вся эта информация содержится. Вот, кстати, в proc есть прекрасный подкаталог self. Это подкаталог, отвечающий параметрам текущего процесса. В данном случае, видимо, это будет процесс ls. Вот. Кстати, интересно. Self. Думаете, ну, я не знаю. Cmdline. Нет, это вот этот процесс. Давайте посмотрим, чтобы было понятно, да? Вот cmdline, с которой запущен этот самый процесс. Так что да, это именно. Понятно, что когда процесс открывает нечто, это его process ID, какой мы не знаем, можно, кстати, было посмотреть. Вот. Ну да. Ладно, это я углубился, а это было повторение. Значит, итак, вот из команды ps видно сразу все, что мы хотим знать про процессы, а именно, это ps-ef, если мне не изменяет склероз, а именно, какому пользователю он принадлежит, этот процесс, какой у него процесс ID, кто является официальным отцом этого процесса, вот, сколько времени он уже работает в системе, как правило, нисколько, потому что они все висят, они все спят. Вот. Только некоторые процессы, вот, например, вот этот Firefox, запущенный где-то там, уже целые 2 минуты процессорного времени и 13 секунд отъел. Вот. С какой командной строкой он был запущен? Кстати сказать, вот эту часть можно просто подменить. Вот. В Alt Linux даже есть, по-моему, программа Runes. Runes. Ну, что-нибудь такое.
смотрите сюда. Это программа PS-EF. Только она теперь называется вот так. Смотрите, если вы программируете на C, то все это очень просто. У вас есть argv. argv0, argv1. Вы можете это argv взять и в памяти перебить. Вот это ровно оно. Довольно удобно, если, скажем, в вашей программе передали в командной строке какие-то параметры, которые вы не хотите светить в таблице процессов, взять и, значит, насовать туда, что хотите. Вот, вот такое. Ну вот, вы меня поняли. Вот. И вот этот идентификатор процесса, хозяин процесса, идентификатор родительского процесса, открытые файлы, переменные окружения, которые нам выводят. А, просто нет, да? Да елки-палки. Вот, вот, да. Потому что сет выводит еще и функции. Которые нам выводят... Что это она сделала? А, она тут решила, что... Просто ЕМФ тоже плохое. Видите, что он сделал? Он их вывел на экран escape-последовательности. Лучше... Тогда лучше вот так. Вот. Ну, тут уже пошли функции. Вот set выводит все переменные окружения. Функции, кстати, эти заданы тоже. Короче говоря, все, что, все то окружение, которое для себя создал процесс, при порождении нового процесса с помощью fork.exec наследуется. Таким образом, мы получаем довольно жесткую систему, когда все процессы, порожденные одним и тем же пользователем, принадлежат этому пользователю. Теперь осталось только ввести так называемую субъект-субъектную политику прав доступа, при которой все объекты системы помечаются как принадлежащие тому или иному субъекту. И таким образом мы разделяем права доступа хозяина, то есть такого процесса, у которого идентификатор процесса совпадает с идентификатором процесса. Идентификатор пользователя у процесса совпадает с идентификатором пользователя у файла. Да? Вот. И всех остальных, права доступа для всех остальных, при которых идентификатор пользователя у процесса не совпадает с идентификатором пользователя у файла. Вот. Поверх этого мы накладываем множество субъекта, так называемые группы, которые... на той множественной, что один и тот же пользователь может быть членом сразу нескольких групп, и наоборот, в каждую группу может входить сразу несколько пользователей, и получаем не двухступенчатое разделение прав доступа, а трехступенчатое. Да? Для, значит, права для хозяина. Да, соответственно, у каждого процесса будет идентификатор пользователя и целый список групп, членом которых этот пользователь является, а у каждого файла будет идентификатор пользователя и идентификатор группы, которой этот файл принадлежит. Соответственно, определение прав доступа будет выглядеть так. Сначала мы будем сравнивать идентификаторы пользователя процесса и файла. Если они равны, значит, мы пользуемся правами доступа для хозяина. Если они не равны, мы сравниваем, является ли пользователь, запустивший процесс, членом одной из групп, который принадлежит данный файл. Если да, то мы пользуемся правами доступа для группы. И если ни то, ни то, ни другое неверно, то мы пользуемся правами доступа для всех остальных. Что, собственно, и подтверждает командочка ls-l, которая для каждого файла выводит его тип. И три триплета, вот этот первый, называемый буквой U, user, относится к хозяину. Второй, называемый буквой G, относится к группе, и третий, называемый буквой О, азер, относится ко всем остальным. Вот. Тут есть, по-моему, нет, значит, каталог DIR. Вот, видите, LA. Давайте посмотрим. Вот, видите, он принадлежит группе CD-Writer. Вот, пожалуйста. И вот права доступа вот такие.
Это, кстати, сетгидный каталог, то есть когда мы записываем файл в этот каталог, у него автоматически группа меняется на такую, в которой, которой принадлежит каталог. Вот смотрите. Date. Dir. New file. Казалось бы, файл должен получить группу пользователя Python, группу Python, потому что так по умолчанию устроено, но нет. Но нет, потому что на самом деле это... Слушайте, я опять сделал слово new file. В прошлый раз было тоже new file. New file 2. Вот. Но нет, потому что при создании файла в каталоге, у которого есть bitsetgid, он становится принадлежащим данной группе. Я могу это сделать, потому что пользователь Python является членом группы cdwrite. Вот. С помощью команды chgrp я могу поменять любому файловому объекту, который принадлежит мне, группу на какую-нибудь из тех, которые принадлежу я. Ну вот, значит, проверка прав строгая, то есть мы, если идентификатор пользователя у процесса совпадает с таковым у файла, то используется первый триплет. Даже если первый триплет, ну, условно, плохой, и там согласно нему ничего нельзя делать, а, например, второй триплет для группы условно хороший, то все равно, если уиды совпали, значит уиды. Значит, первый триплет. Если совпали, если гид файла входит в одну из групп, членом которых совпадает с одной из групп, с членом которого является пользователь, то второй триплет. И если только ни то, ни другое не является истиной, вот тогда третий. Вот. Отдельная тема, да, значит, RVX триплет этот, это 3 бита, соответственно, довольно часто вот это представляется как восьмеричное число, ну, вернее, как двоичное девятизначное, ну, или восьмеричное трехзначное число, где каждый RVX превращается в одну восьмеричную цифру. Вот. Ну, например, вот это будет 5-5, да? 7-5-5. Нет, это R4, V2. Да. Так что 7-5-5. Вот. Это типично для каталога, а для обычного файла типично 6-4-4. Вот. Теперь, значит, относительно прав на каталог. Что такое запись в файл, чтение из файла и использование X файла? Мы знаем, использование — это запуск файла как программы. Вот этот файл CC можно запустить как программу. Вот. Только не нужно, там, кажется, не лежит ничего хорошего. Это остатки моей как раз перезаписанной лекции. Вот. А что такое права на чтение, запись и использование каталога, стоит пояснить хотя бы коротко. Значит, чтение... Значит, что такое каталог? Каталог — это файл и объект особого вида, содержащий списки файлов и ссылки на их индексные дескрипторы. Соответственно, чтение файла, чтение каталога – это доступ на чтение к списку файлов. Запись в каталог – это изменение этого списка файлов. А вот использование каталога, bitx, это возможность получить доступ к иноду, то есть возможность совершить преобразование между именем и инодом. Вот. В частности, использование каталога требует, вернее так, каталог можно сделать текущим только в том случае, если вы его можете использовать. CD-ту можно сделать в этот каталог только в том случае, если bitx для вас разрешен. Вот. Получаются такие хитрости, которые я показываю, я думаю, на лекции показывались, когда, значит, в каталог, у которого R запрещен, но X разрешен, вы оттуда можете прочесть любой файл, если знаете, как он называется, потому что списка вы получить не можете. И наоборот, если bitx запрещен, bit R разрешен, то вы можете только посмотреть список файлов, а даже их свойств, не говоря уже о доступе внутрь файла, вы не получите, потому что нельзя. Вот. По этой же причине вы не можете сделать CD в этот каталог, потому что запись точка, которая за него отвечает, она тоже вам недоступна. Ну вот. Эта схема очень хорошая, за исключением того, что у нас есть много разных пользователей, и совершенно непонятно, каким способом этих пользователей много, если при порождении одним процессом другого процесса у нас всегда один и тот же идентификатор пользователя, он наследуется. Ответ очень простой. У нас есть доверенный субъект в системе, так называемый root, он же UID0.
который плевать хотел на все эти ограничения доступа. Вот. И с помощью процесса, который имеет UID0, может делать что угодно. Единственное, что он не может, это запускать незапускаемый файл. Вот запускать незапускаемый файл он не может. Зато он может поменять и установить бит X на незапускаемом файле, сделать его запускаемым, потом запустить. Вот. Это первое свойство процесса, запущенного доверенным субъектом, рутом. А второе свойство, в системе есть специальный вызов situate, ну их там несколько, да, там еще есть execute, но это уже не важно. Вот. Специальный системный вызов, который позволяет процессу, если ему это разрешено, поменять идентификатор пользователя на другой. Обычному пользователю нельзя. Процессу, если у него соответствующие права есть, можно. Вот. Так что мы получаем схему с доверенным субъектом, и этому доверенному субъекту как раз разрешено делать все. Вот. Я забыл сказать про BitTenor-каталоги. Такая небольшая подробность. Если у вас есть каталог, в который вы можете писать, это значит, что вы можете модифицировать список его имен в нем. Это значит, что вы можете удалить оттуда любой файл, в том числе и вам не принадлежащий вообще. Вот. Чтобы этого не происходило, на публичных каталогах типа TMP, видите, он RVX, RVX, да, то есть любой может писать, читать, писать, читать. Используется дополнительный атрибут, так называемый sticky bit, я уже не помню, какой он по номеру, 12 или 13, или наоборот 10, вот, который ровно то и делает, что в этом каталоге действительно кто угодно может создавать файлы, видите, разные пользователи здесь, как минимум Python и root. Вот, действительно, кто угодно может с ними что угодно делать. Единственное, что нельзя делать, это удалять чужие файлы из такого каталога и вообще иметь к ним доступ. Вот, переименовывать их. То есть ограниченный доступ на запись в каталог. Вы можете работать только с теми файлами, которые принадлежат вам. Вот такие дела. Что же касается доверенного пользователя, то даже в этом случае, даже при наличии доверенного пользователя, у нас есть проблема, когда конкретному пользователю для конкретного действия требуется временно изменить свой идентификатор на какой-то другой. Ну, например, на лекции приводился пример команды ping, которая должна послать в сеть, открыть так называемый raw socket, по-моему, и послать туда пакет уровня IP. Вообще обычному пользователю нельзя посылать пакет уровня IP, иначе он такого интересного наделает. Вот. Поэтому такая программа должна получать дополнительные привилегии при запуске. Каким способом это регулируется? Классический способ – это сделать так, чтобы конкретный процесс в момент его запуска получил другие права, не такие, то есть его окружение должно быть как-то, каким-то образом модифицировано, чтобы, скажем, поменялся user ID. Ну и вот, например, ping, как он устроен. Смотрите на его права. Во-первых, он запрещен на что-то, кроме запуска, всем пользователям. Ну, кроме рута, про который все понятно. А во-вторых, в поле для рута, для хозяина, вместо бита X стоит буквочка S, которая на самом деле прикрывает собой бит X. Там бит X тоже есть, то есть... сейчас, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 бит в атрибутах этого файла равен единице. А еще у этого файла есть 11 или 12, не помню, какой-то там еще бит, который тоже равен единице, это так называемый setuid бит, видите, красненьким его ls раскрасил. И в случае, если вы запускаете ситуидный процесс, у получившегося процесса идентификатор пользователя будет равен не идентификатору пользователя родительского процесса, а идентификатору пользователя файла. Такой простой механизм. Вот если у вас есть ситуидный запускаемый файл, то запускаемый из него процесс получит идентификатор пользователя этого файла. Как вы понимаете, довольно опасная штука, если мы найдем уязвимость в программе ping, например, способность выполнить любую команду, то мы выполним любую команду с правами, извините, суперпользователя, на чем, собственно, безопасность системы можно считать закрытой. Вот. Поскольку это довольно опасная ситуация, есть два пути, собственно, ее избежать. Во-первых, избегать вообще ситуидных файлов, как таковых, тем более ситуид root.
это можно сделать, если вспомнить, что помимо сетуида в системе есть еще сетгид, вы можете взять и на время поменять идентификатор группы запущенного процесса. Причем это может быть идентификатор группы, ну и это имеет смысл только тогда, когда идентификатор группы запущенного процесса не равен ни одной группе, членом которой является пользователь. И тогда вы получаете уникальную ситуацию. Процесс, который вы запускаете, является членом такой группы, который пользователь членом не является. То есть этот процесс получает некоторые права, связанные с вот этим вторым триплетом, которым может воспользоваться только суперпользователь или этот процесс, и больше никто. Ну, если только есть еще один сетуидный процесс, сетгидный. Вот. Типичное использование... Нету ни одной игры нормальной. Типичное использование сетгидного процесса – это игры. Когда вам нужно хранить один большой файл higher scores, да, с результатами, разные пользователи запускают игрушку, результаты все записываются в один и тот же файл. Это значит, что этот файл должен быть доступен на запись всем пользователям. Но позвольте, если файл доступен на запись всем пользователям, то пользователи могут там сами вписать какие-то результаты, вот, от руки. Так что так делать нельзя. Решение. Мы делаем сетгидный файл, у которого будет, который будет менять группу ID у процесса на группу, скажем, games. Мы делаем файл с результатами, доступным на запись группе games. И тогда запись в этот файл может быть совершена только процессом, который является членом группы games. То есть обычный пользователь туда записать не может, а вот запуская игру, которую туда пишет, любой пользователь может обновлять содержимое этого файла. Получается вот то, чего мы хотели. Общий файл, в который доступ имеется только с помощью запуска специального процесса, то бишь игры. Такие вот дела. Более интересное... ну вот, скажем, я сейчас запущу программу sudo, да. Она устроена точно так же. Вот, видите? Кстати, ее в этом варианте ее можно запускать только членом группы will. Обратите внимание, обычные пользователи не могут запускать sudo. Члены группы will, will это руль, имеют право ее запускать? Ну, пользователь root, понятно, тоже имеет. Что? Нет понятия внутренней группы. Есть понятие внутренней Монголии, а внутренней группы нет. Давайте посмотрим файл tsgroup, мы сейчас там все найдем. Вот она. По договоренности группа will, по договоренности это группа, которая, ну скажем так, группа системных администраторов. Вот. Членам группы will обычно дозволено чуть больше, чем простому смертному. Вот, например, им дозволено напускать программу sudo, что уже говорит о многом, потому что sudo – это программа, которая позволяет пользователю запускать произвольный набор, произвольный, зависит от произвола системного администратора, разумеется, произвольный набор других программ с произвольными правами. Вот, sudo можно так настроить, чтобы любой пользователь, если это отдельно записано в конфигурационном файле, сможет запустить программу от лица другого любого пользователя, в том числе от лица рута. Еще одна более простая программа, по-моему, Binsu называется, да? Вот, имеет такие же точно права. В отличие от sudo, у которой тонкая настройка, где вы указываете, какой файл, кстати, давайте посмотрим. Все равно... Вот. Программа su – это просто переключиться в другого пользователя и все. Ну вот давайте su. Я не помню пароль рута. Я помню пароль рута. Вот. Что мы сейчас сделали? Мы запустили программу, которая позволяет переключиться в другого пользователя. Минус здесь означает, что мы получаем не только права другого пользователя, но все его окружение, его shell, вообще мы становимся прямо рутом. Вот.
эта программа сама по себе ситуидная. То есть при ее запуске процесс получает права рута. Это значит, что он может выполнить, собственно, системный вызов сетЕУИД и получить права кого угодно. Вот. В частности, мы получили права рута. Обратите внимание, что посмотреть файл настройки программы sudo, который называется etc sudoers, обычный пользователь не может. Ну так, security through obscurity, да, чтобы не подглядывали. Давайте посмотрим, какие у него права. Шикарные права. Этот файл разрешен только на чтение и только руту. Казалось бы, что за глупости, но на самом деле мы можем его подредактировать из-под рута, разумеется. Он, конечно, read-only, но если я сделаю вот так вот, то он запишет. Помните, процесс с правами UID 0, запущенный с идентификатором UID 0, то бишь рутовый, может плевать на запрет доступ на записи и чтение. Вот, файл примерно так выглядит, видите, тут, по-моему, нет ни одного процесса, ни одного примера. Наверное, лучше почитать по нему ман. О, тут прям BNF. Прям описано, как он должен выглядеть. Довольно сложный, кстати, файл. Вот. Вот, смотрите. Где бы тут пример-то найти? Попроще. Все сложный пример. Любят они сложные. А, ну вот, пожалуйста. Да? Значит, все пользователи, которые входят в список под названием CD-ROM, могут без пароля что делать? Размонтировать CD-ROM, монтировать с вот такими параметрами CD-ROM. Выполнять две команды, umount и mount. Все пользователи, входящие в список CD-ROM, все равно просто список, определяющий там же в sudoers. Или, например, все пользователи, входящие в список webmaster, вот это было вот здесь, все пользователи, входящие в список webmaster, могут внезапно получать права пользователя под названием www. Вот. И, допустим, редактировать сайт. Ну и так дальше. Вот. Пользователь Джо имеет право становиться оператором. Вот. Ну, в общем, вот. В общем, читайте документацию, вам откроется. Ничего удивительного, что с точки зрения обычного пользователя этот файл недоступен на чтение, он доступен на чтение только руту. Вот. Кстати сказать, рекомендуется не вот так редактировать файл sudoers, а вызывать программу vsudo. Дело в том, что вы можете запросто отпилить сук, на котором сидите, сделав этот файл нерабочим. Вот. Поэтому vsudo что делает? Он редактирует временный файл, потом проверяет его на синтаксическую корректность, а только после этого записывает. Вот. Если я здесь напишу что-нибудь такое вот, сейчас что-нибудь вот такое напишу. Ну, не знаю, ну какое мне еще написать? А кто мне переключение на русскую раскладку опять убил? Ладно, ну напишу вот такое, это не важно. О! Видали? Давайте еще раз его. Да, exit without saying. Все. Вот. То есть sudoers что сделает? Он проверит синтаксис. Если это синтаксис ненормальный, он спросит у вас, вы что, хотите вот так вот записать этот файл, да? Вот. Вы уверены? Вы хорошо прицелились в свою ногу? Вот. Я же это уже один раз настраивал. О, да нет, должна переключаться. Почему не переключается? Я не понял. Ну ладно. Ненавижу все эти графические интерфейсы.
это не хочу. Ладно, бог с ним. Нам на этом занятии не нужно переключение, а до питона я его подстрою. Хорошо. Значит, вот. Так. Это я сказал. Последнее, что... Нет, не последнее. Что... Еще из повторения. Значит, сетгид устроен таким образом, что он позволяет вообще избежать ситуидных файлов, а понятно, что сетгид гораздо лучше. У нас есть только один доверенный субъект, это уид 0. И, соответственно, если нам всего лишь нужно разделить какую-то информацию на доступную пользователю и недоступную, лучше ее положить в файл, принадлежащий другой группе, и сделать сетгидный файл. Чем делать ситуидный файл, который потенциально может сделать все, а ведь он нужен только для доступа. Вот эта программа нужна какая-то, нужна только для доступа к какому-то конкретному файлу. Это относится, например, к файлу PSVD. Значит, смотрите, у нас есть файл etc/psvd, в котором когда-то в очень давнюю пору, вот здесь вот он называется PSVD, потому что в нем раньше хранились пароли. Потом вместо пароля там стали хранить хэши от пароля. Ну, чтобы нельзя было прям вот подглядеть в этот файл и все узнать. Потом выяснилось, что поскольку этот файл доступен на чтение всем, а так вышло, что он доступен на чтение всем, там есть нужная информация для пользователя. Например, полное имя, идентификатор, именование, shell, каталог, давайте в конец подойдем, вот здесь вот, домашний каталог shell. Короче говоря, файл etc/psvd должен быть доступен на чтение. То даже тот факт, что там есть какие-то хэши, а вовсе не пароли, невосстановимые хэши, не означает, что потом к этим хэшам нельзя подобрать пароль брутфорсом. Даже наоборот, можно. Вот. Соответственно, упрятали содержимое пароли в отдельный файл, который называется etc/shadow, где лежит все то же самое. Вот здесь вот лежит пароль, а вот здесь лежит какая-то информация относительно, по-моему, времени его создания, я уже не помню. Но выясняется, что и это не очень безопасно. Предположим, какая программа захочет писать файл etc/shadow? Например, программа PassVD, которую пользовательский пароль меняет. Внимание, вопрос. Если вы хотите поменять пароль кому-то, то вы кто? Системный администратор, та root. Из-под рута можно поменять пароль кому-то. Если вы хотите поменять пароль себе, зачем вам доступ к файлу, в котором лежат пароли всех? Вот этот самый etc/shadow. Хорошо, не пароль, ключи. Правильный ответ – незачем. Поэтому ребята из OpenVol Linux – это такое сообщество, которое делает очень-очень-очень защищенный дистрибутив Linux. Они все исходные коды глазами читают, верифицируют. Если им не нравится, то исправляют. Вот. Или выкидывают, да. Все, что вот в глаза бы мои не видели, сказал он и удалил кусок текста. Вот. Значит, конкретно для паролей придумали схему, которая является общей схемой системы безопасности, схемы безопасности Trusted Computer Base, сокращенно TCB. Вот, которые, в принципе, устроены таким образом, что пароли не хранятся в одной куче, а хранятся они в таком вот виде. Давайте попробуем, посмотрим. ETC, TCB. Вот каталог ETC, TCB. Обратите внимание на его права к этому каталогу. Права там на каталог ETC, TCB следующие. В них может... Ну, для рута, понятно, всем все равно. Для члена группы Shadow разрешено только использование этого каталога, то есть только получение доступа к файлу в нем находящемся, если мы знаем имя этого файла. И, наконец, для всех остальных, то есть не root и не член группы Shadow, этот каталог вообще запрещен. В этом каталоге есть, как вы видите, подкаталоги, соответствующие всем пользователям, которые в данный момент заведены в системе. И права на эти подкаталоги очень простые. Их разрешено использовать только пользователю, членам группы ALF, но еще там сетгид стоит, чтобы все файлы, которые там заводились, были членами группы ALF, принадлежали группе ALF. Это нужно для того, чтобы процесс с правами ALF мог бы посмотреть туда.
Ну, давайте посмотрим, ну, не знаю, Python. Нет, тогда мы... Ну, хорошо. И вот в этом-то подкаталоге лежит файл, принадлежащий текущему процессу, shadow. Как раз там лежит ключик. Я не буду его показывать, хотя там ключик очень надежный, но все равно показывать не буду из соображений не буду. Вот. Что мы получаем в результате? Обычный пользователь не может вообще получить доступ к этому файлу. Смотрите. Да, ну мы видим это хорошо. Каталог etc/tcb доступен только пользователю root или члену группы shadow. Каталог etc/tcb python доступен только пользователю python или группе alt. То есть, если вы не являетесь одновременно пользователем python и членом группы shadow, вы не можете получить доступ к этому файлу вообще никак. Никто не является членом группы shadow. Ни один пользователь. Ну, root, естественно, на все это хотел плевать, но про root мы пока забудем. Таким образом, вы не можете поменять содержимое вот этого файла, если только не запустите какую программу, правильно, setgid, которая получит, собственно, права группы идентификатор shadow. И эта программа называется psvd. Вот она. Эта программа setgid, то есть при запуске она сохраняет ваш user ID, но получает group ID shadow. Она и только она, ну или аналогичные ей сетгидные программы, могут в результате получить доступ к этому файлу. Почему? Потому что, с одной стороны, они являются членом группы Shadow, и поэтому они могут войти в этот каталог и использовать его содержимое. Правда, ничего другого не могут, но этого достаточно. С другой стороны, они принадлежат запустившему их пользователю, потому что user ID не меняется, скажем, пользователю Python. Это значит, что они знают имя Python, они могут получить доступ к каталогу etc/tcb Python и в нем к файлу shadow его изменить. Таким образом, если какой-нибудь злоумышленник взломает программу etc/psvd, которая пишет в общий shadow, то он может скачать или даже записать этот файл и модифицировать чужой пароль. Если пользователь взломает TCB-шную программу Shadow, программу PSVD, он может изменить пароль только себе. Вот. Это, собственно, логичное следствие того, что программа PSVD используется либо рутом, и тогда мы ничего ни от кого не защищаем, либо пользователю для себя, и тогда мы должны держать этот пароль просто в отдельном файле. Вот. Вот эта технология, когда у вас целевой файл отгораживается от пользователя каталогом, в который он не может попасть по причине того, что у него группа, которой пользователю не принадлежит, называется setgid directory traversal или setgid based directory traversal, чтобы было понятно, да, что это проход директории, основанный на setgid процессе. Вот. И домашним заданием на прошлый раз было бы, если бы это все активно было рассказано, было бы еще раз для себя убедиться, как это работает. А работает именно так, что запускается сетгидный процесс, тогда только он сможет попасть в этот каталог, и только после этого этот сетгидный процесс, одновременно принадлежащий пользователю Python, может залезть вот в каталог etc/tcb Python и модифицировать это. Вот. Последнее, что очень вскользь хочется повторить, хотя, конечно, было бы интересно про это поговорить подольше, это что модель субъектных прав доступа, она, вообще говоря, не очень гибкая. Смотрите, ну для начала у нас есть три разных права доступа и только один вид групп. Стало быть, мы не можем сделать файл, который одной группы доступен только на запись, другой только на чтение, а третий, скажем, только на использование. У нас есть только один триплет для группы. Вот. Другое дело, что мне, честно говоря, так вот сразу в голову не приходит workflow, когда нам нужно сделать один и тот же файл доступным для, или один и тот же каталог доступным для разных групп на разные. Ну, какой-то такой файлообменник, да, одни кладут, другие забирают. То есть одним только на запись, другим только на чтение. Ну, все равно это такое, ну, вот, некая искусственная ситуация. Вот. Другой, более важный аспект, недостаток состоит в том, что
мы не можем сделать такие точечные разрешения или точечные запреты. Всем можно, а Васе Пупкину нельзя. Или всем нельзя, а Васе Пупкину можно. Для этого мы должны, это можно, вот эти точечные запреты можно смоделировать с помощью групп, но для этого мы должны перелопачивать всех пользователей, добавлять специальную группу, в которую все пользователи будут включены, а данный пользователь, вот если мы хотим ему запретить, не будет включен, переправлять все файловые объекты на принадлежащие вот этой новой группе. Ну, короче говоря, любое изменение прав доступа для отдельного пользователя на отдельный список объектов с точки зрения субъект-субъектной модели означает изобретение нового множественного субъекта. А это дорого и дешево, и как бы мутно, и так дальше. Поэтому более гибкой считается модель субъект-объектных прав доступа, когда у нас в игре не только идентификаторы пользователя, но и уникальные идентификаторы объекта. То есть фактически такая полная субъект-объектная модель – это такая огромная таблица, где перечислены все пользователи, даже трехмерная таблица, все пользователи, все способы доступа и все объекты системы. И для каждого объекта написано, какой пользователь что может с ним делать. Как вы понимаете, если мы такую модель пытаемся наложить, ну, например, на файловую систему, у нас размер этой таблицы многократно превышает размер самой файловой системы. Или, по крайней мере, количество элементов в этой таблице многократно превышает. Их там во столько раз больше, чем количество файлов в файловой системе, сколько у нас пользователей. Поэтому никто статическую модель субъект-объектную не делает никогда. А вместо этого делают такие специальные механизмы прав наследования. Что вот, допустим, мы на каталог накладываем целый ACL. ACL, Access Control List, это как раз про... Вот, как раз про это. Про то, что мы можем про конкретный файл сказать, какой пользователь, что имеет право с ним делать, а что не имеет. Вот. Что? Для каждого файла отдельно. Вот. И некоторые правила умолчания и наследования, допустим, после каталог, что накладывает каталог на те файлы, которые в нем участвуют и так дальше. Но, тем не менее, это все равно потенциально очень много места занимающая, хотя и совершенно гибкая модель. А вот субъект-субъектный, как вы понимаете, измеряются битами. То есть для того, чтобы нам достаточно хорошо рулить права доступа с помощью обычных атрибутов, нам достаточно 12 битов при каждом файле. Для того, чтобы использовать всю мощь ACL, нам при каждом файле неизвестного размера табличка должна быть. В этом большой недостаток. Второй недостаток состоит в том, что если мы очень-очень активно используем ACL, то мы можем в них запутаться. Такой-то группе, всем пользователям, которые, значит, заходят в этот каталог что-то разрешить. Там дальше будет каталог, потом будет написано, а всем пользователям, которые заходят в этот каталог что-то запретить. А потом снова что-то разрешить. Эти разрешения и запреты друг на друга наложатся, а мы не можем полную таблицу рисовать. Но мы должны обязательно какие-то использовать наследования. И в результате получится, что у нас откроется каталог, в котором всем все можно. Поскольку Windows, например, используется как раз там единственный способ, на самом деле, управления правами доступа, это как раз Access Control листы. Вот. И я много раз видел на сетевом диске, что путем неаккуратной манипуляции ACL-ами некоторые категории пользователей внезапно, там целые деревья каталогов там, с установленным софтом внезапно оказываются им доступны на запись. И они могут их просто удалить. Иногда это делают. Потому что наложение вот этих вот друг на друга вот этих фильтров иногда приводит к их взаимной аннигиляции и чем-то еще. Управлять субъект-объектными метками доступа довольно сложно. Вот. К сожалению, я не хочу уже дальше, мы уже и так потратили почти час на повторение, вот. Не хочу дальше говорить про еще всякие штуки. Можно дверь закрыть, а? Еще всякие штуки, связанные с теми же атрибутами, с дополнительными правами доступа, атрибуты файлов. Например,
мандатные способы предоставления доступа, когда у нас само решение о предоставлении доступа принимается не на основе сравнения каких-то меток, а на основе каких-то хитрых вычислительных алгоритмов, в которых участвует время, например, текущее, еще чего-нибудь. Вот. Ну и так дальше, и так дальше. К сожалению, время на этот повтор не остается, а мы лучше пойдем дальше. Да. Смотрите, права доступа на файл – это свойство инода, свойство индексного дескриптора. Хардлинк – это имя для того же самого индексного дескриптора, да, совершенно справедливо. Но если, например, у нас этот файл лежит за setgit directory, вот, если до него доступиться нельзя, потому что путь до него недоступен, то хардлинк куда-нибудь в доступное место сработает. Вот, это довольно важно. Значит, ну вот, я довольно много посвятил повтору, на всякий случай, вот, а то мало ли что. Я все сказал, что хотел. Значит, сегодняшняя тема, ну, со всей очевидностью, она немножко сокращенная, ну и ладно. Сегодняшняя тема, выйдем отсюда, это, их, собственно, две. Главная тема – это как сделать работу в командной строке поудобнее. Потому что я вот так вот ловко манипулирую всеми этими утилитами. Вопрос, как сделать это еще ловчее. Потому что на самом деле, такая вот штука есть, на самом деле классический shell, у него даже редактирования командной строки нет. Вот это я стрелку вверх нажимаю. Ну, в общем... Или там, не знаю, там. Неудобно. Вот. К сожалению, нам не хватает времени на то, чтобы вообще рассказать о том, что есть разные виды шеллов. Вот я запустил сейчас очень простецкий шелл, который называется Dash или Ash. Вот. А тот шелл, с которым мы работаем по умолчанию, это Bash, такой прям. Классический линуксовый шелл, который есть практически в любом Linux, который вы ставите. Вот. И у него очень много всяких дополнительных фишек удобных для того, чтобы работа в командной строке была приятной. Ну, например, подсказка. Как видите, эта подсказка не просто подсказка, она цветная. Она отслеживает, в каком каталоге вы находитесь. Вот. А она, это имя пользователя, это имя компьютера. Вот. И она вполне себе настраиваемая. Сейчас попробую показать. Вот я захожу на другой компьютер. Нет, я захожу на другой компьютер. Да, что не так? Вот. И вот видите, у меня там подсказка выглядит по-другому. Это имя пользователя, это... наоборот, это имя... Это имя пользователя, это имя компьютера, это текущий каталог, изображающий тильдочкой. Не знаю, говорил или нет, очень удобная штука. Чтобы не говорить, не текущий домашний каталог изображается тильдочкой, чтобы каждый раз не говорить там /home, /имя пользователя или даже $home. Можно говорить просто тильдочка. Вот. ls тильдочка, например. Да, но это мой рабочий компьютер. Ну вот, а дальше все то же самое, конечно. Разумеется, настраивается, мы уже знаем как, настраивается раскраска этой штуки, мы там escape последовательности выводит специального вида, ну и так дальше, и так дальше. Вот, как это настраивается? Есть специальное переменное окружение, PS1 и PS2. Ну, PS1 на самом деле самое главное. Вот видите, как устроено. Вот это вот раскраска, это имя пользователя, это имя хоста, это опять раскраска, это текущий каталог, а это просто доллар, это опять раскраска. То есть это не просто переменное окружение, в том смысле, что когда shell в нее смотрит, он заменяет вот такие последовательности на имя пользователя, имя хоста, текущий каталог, ну и так дальше. Вот. Есть еще PS2, кстати. По-моему, даже PS3. Боюсь соврать. Да.
А, ну это понятно, что. Сейчас. Это вот это. Если вы открыли кавычку, вот она. Закрыли кавычку. Вот. А PS3, по-моему, нет. PS3, по-моему, есть в башне, в Z-Shell. Есть. Помимо, значит, да, вот здесь вот использовался Bash, а вот на той машине, на которой я заходил с ПСХ, там используется Z-Shell, он вроде как считается еще более крутым, чем Bash, но у нас, наверное, не хватит времени изучить тонкое различие между тем и этим. Подсказка. Вы эту подсказку можете переделать, например, написать что-нибудь типа PS1 равняется... Что там... Вот, пожалуйста. Текущий каталог и пользователь. Ну, в общем, вы меня поняли. В документации, я думаю, сказано довольно много. Оу, я что-то сделал не то. Ну ладно. В документации, я думаю, сказано довольно много того, чего можно засунуть вот в эту самую строку подсказки. Да. Ну, документация Manager и InfoBash, наверное. Вот так вот, самый простой способ. И тут вот давайте поищем PS1. Так. Вот follow printing prompt. И он поехал, видите? Много. А, у нас теперь PINFO работает же. О, красотища. PS1. Строка не найдена. Ну вот. Кстати, это надо посмотреть. Это значит, какая-то еще ошибочка есть. Значит, он не заходит рекурсивно туда. Ладно. Ну вот. PS1, да? Там целый язык. Что еще интересного есть? Ну, например, смотрите. Почему LS выводит файлы цветными? Нет никаких цветных файлов. Значит, это такой LS, который подглядывает в то, являются ли файлы исполняемыми, или они являются каталогами, или они являются еще чем-то, и на основании этого выводит на экран цвет. Вот. Вообще говоря, по умолчанию LS так не работает. Ну, потому что мало ли для чего он используется. Если вы используете его в скрипте, было бы довольно глупо выводить такие последовательности в составе имен файлов. Вот. Поэтому на самом деле, когда мы говорим LS, запускается не LS, а что-то типа LS-минус color. Вот. Как происходит подмена одного на другого? С помощью так называемых алиасов. Вот еще одно удобство при работе в Shell. Когда вы говорите, короткая команда заменять на длинную. Вот. Ну, какой-нибудь, не знаю, там. Ничего интересного тут нету, кстати. Ну, вот кроме LS. А вот еще какой-то LL. Давайте поймем LL. Дыдыщ. LL это LS минус... Нет, не совсем. LAPTC. Значит, L это long, A это all. А дальше не знаю. T это time sort, да? Вот. C это в колонке, а P даже не знаю что. Ну, можно почитать в документации. Вот. Вы можете с помощью команды alias что угодно ввести туда, да? Вот. Например, сделать вот так вот. Во. Взять и вот сказать вот alias mDate равняется date вот такую вот штуку. И у вас получилась новая команда. Не на date, а в end date. Во. Вот.
Видите? Эти алиасы и вообще другие настройки шелла вы можете вставить в так называемый стартовый файл шелла, который называется .bashrc. Вот он. В котором, наверное, уже что-то есть. Вот, например, alice vim равняется vim. То есть на каждой vim запускается vim вместо этого. Вот. Здесь же можно определять, всякие переменные окружения дополнительные. Этот от лекции по питону остались. И тут, как видите, еще выполняется etc/bashrc, в котором еще куча всего. Давайте посмотрим туда. Тут там еще куча всего задается. Задается командная строка. В смысле, этот самый промпт задается PS1. Где там? Вот он, PS1, видите? Вот. И еще, оказывается, по схеме .d всасываются все содержимое каталога bashrc.d. Тут такое отступление, потому что я не знаю, когда про него рассказывать, расскажу сегодня. О схеме .d. Представьте себе ситуацию. У вас есть некий файл, в который вы откладываете, ну, скажем, все конфигурации. Один большой конфигурационный файл на все. Или один большой shell-скрипт, который полностью настраивает ваше шельное окружение. Теперь вы ставите какой-то пакет, который слегка модифицирует этот скрипт. Допустим, добавляет туда цвет, или добавляет туда какое-то поведение, связанное с сетью, или добавляет туда еще что-то. Короче говоря, вам нужно при изменении этого конфигурационного, при изменении всей системы, добавлении или удалении оттуда пакета, изменить этот конфигурационный файл. Получается одна неприятная штука. Неприятная штука состоит в том, что ваш автоматический установщик или автоматический удалятель софта должен редактировать файл при установке и при удалении. А вдруг системный администратор там уже что-то отредактировал? Тогда это редактирование свалится с ошибкой. Ну, мы не знаем, какие строчки удалять. Ну, допустим, мы добавляем 10-ю и 11-ю строчку, а когда удаляем 10-ю и 11-ю строчку. Только откуда же мы знаем, что это 10-я и 11-я строчка действительно будут такими, какие они были вначале? По этой причине гораздо удобнее распилить этот файл на кусочки и каждый кусочек, который относится к отдельной подсистеме, хранить в отдельном файле. И вместо того, чтобы использовать файл etc/bashrc, распилить его на кусочки, хранить их вот в этом каталоге. Вот их там, видите, сколько штук. И, кстати, давайте посмотрим, каким пакетом это принадлежит. Я надеюсь, что разным. Во! Обратите внимание, что вот эти все файлы, каждый из них принадлежит разному пакету. Вот алиасы приезжают с пакетом bash. Настройка completion, о которых мы сейчас будем говорить, приезжает с пакетом bash completion. Настройка color prompt and man принадлежает вот это вот, приезжает с пакетом color prompt and man, ну и так дальше. Криптопро какой-то. Вот. В каждом из этих файлов хранятся отдельные настройки, фактически это отдельные shell-скрипты, и запускаются они вот здесь вот. Вот. Видите, команда точка, это означает выполнить текущим шеллом вот тот shell-скрипт. Вот. Ну, давайте посмотрим, ну, не знаю, вот сюда вот. Cat, etc/bashrc.d, color prompt and mark. О, помните, мы там что-то правили? Потому что у нас лес показывал, стендаут я правил, вот здесь я правил. Стендаут показывал не то, что нужно. Ну, такой типичный линуксоидный подход, да? Мы считаем, что существует только один вид терминалов, один способ изменения цвета, и мы туда их вбиваем ногами. Ну, пускай это будет на совести автора этого пакета. Вот. Тем не менее, да, схема понятна. Удаляем пакет color prompt and man, вместе с ним удаляется этот файл, а bashrc исходный не редактируется, не меняется. Очень удобно. Мы об этом еще вспомним, когда будем говорить про пакеты ближе к концу семестра. Отступление о схеме .d закончено. Да? Представление одного файла в виде множества файлов, каждый из которых отвечает за отдельный кусок. Ну, кстати, вот алиасы. Да? Надо было посмотреть на алиасы, которые приехали с Shell. Алиасы. Вот тут они все и приезжают.
Если вы хотите какой-то вот алиас, который у вас существует, вот этот, например, чтобы он жил всегда, вы его вставляете в ваш RC ваш или даже в ваш профайл. Профайл? Нет, в ваш RC. Вот. Все. Теперь всякий раз, когда вы будете запускать интерактивный shell, то есть shell, который взаимодействует с пользователем, будет выполняться вот эта точка bashrc, и у вас будет возникать alias and date. Ну, давайте запустим очередной терминал и увидим, что он там. Вот он. Вот. В отличие от bashrc, который запускается каждый раз, когда вы запускаете очередной интерактивный shell, bashprofile запускается только один раз, когда вы входите в систему. По-моему. Вот. Ну, в общем, без особой разницы, но все-таки нам нужно иметь этот алиас всякий раз, когда мы запускаем интерактивный shell, чтобы endate работал везде. Вот. Теперь, значит, относительно completion, про которую я уже упоминал. Мне кажется, я про них уже говорил. Эта штука, да? Не очень понятно. То есть, когда мы открываем новый терминал, ваш профайл не запускается? Давайте проверим. Давайте посмотрим в документацию, на самом деле. Запускается. Я ошибся. Нет, Login Shell. Нет, не запускается. Только если он запускается как Login Shell. То есть, если вы специально отмечаете, либо если вы только входите в систему, либо если вы специально отмечаете, запускаете bash с ключом минус-минус логин, вот тогда вы запускаете профайл. Если вы запускаете только и, соответственно, при выходе из него запускается bash logout. Ну, или bash login, там есть некая логика при входе, и bash logout появится. А вот если вы запускаете любой not login shell, то тогда запускается bash rc. Интерактивный. Интерактивный, но не логин. Bash profile или bash логин запускается только при логине. При этом это... Если я сейчас напишу слово bash, то bash rc будет прочитан. А bash profile нет. А вот если напишу bash minus l, я уже так делал, вот тогда будет прочитан bash profile тоже. Или source. Вот. Ну давайте теперь это докажем, раз уж пошла такая пьянка. Profile. То, что bashrc все время запускается, мы видели, потому что алиас работает теперь. Да? Вот, давайте здесь напишем. Нашу любимую куклу. Вот. Значит, вот смотрите. Запускаю bash. Bash profile не сработал. А bashrc сработал, потому что endate работает. Да? Говорю bash минус l. Опа. Это то же самое, что bash минус минус логин. Он запускается как логин shell, и в этом случае запускается профайл. Просто bash. Не, все как надо. То есть, собственно, если bash считает, что он логин shell, он кушает профайл. Если не считает, кушает только bash rc. Что оно? Какое оно? А, ну да, да. Так. Теперь completion, да, достраивание. Очень удобная штука. Я ей пользуюсь абсолютно на интуитивном уровне. Вот такие вот хреновины, когда возникают на экране, это значит, что я воспользовался completion. Вот.
что, собственно, я сделал? Я нажал, ну, допустим, самый простой способ. Самый простой способ использования completion – это когда мы размотаем с файлом. Видите, какое количество файлов? Вот. Допустим, я хочу, ну, не знаю, что тут такое есть довольно удобное. А, ну вот, допустим, прекрасно. Допустим, какой-то кроссворд. Да? А, черт. А почему? Вот кто? Ладно, потом настрою. Ну ладно, ну нет русских букв, хорошо. Вот тут есть какие-нибудь, не знаю, er.asm. Да? Он слишком короткий. О! Смотрите. Вот есть файл, с которым я хочу работать. Вот этот. Значит, все хорошо, за исключением того факта, что мне лень писать все эти буквы. Вот. Допустим, я хочу, не знаю, начать его редактировать. Я знаю, что он начинается на букву С. Я знаю, что на С большой. Я знаю, что файлов, начинающих на С большой, у меня в каталоге мало. Один. Поэтому вот, в тот момент, когда я набираю имя файла, я могу нажать Tab, и произойдет достраивание, completion. Причем shell знает, что поскольку команда уже набрана, то, скорее всего, ее параметр – это имя файла. Ну и тут какой-то код на питоне, еще на первом, на втором, с давних пор тут отложившийся. Вот. Оу, с декораторами. Вот. То же самое, ну вот. Ага. Значит, чуть более хитрая штука с ситуацией, когда файлы неоднозначно определены. Я вот говорю, допустим, там, не знаю, Dia. Дальше говорю первую букву К, нажимаю Tab, ничего не происходит. Почему? Потому что у нас есть кроссворд маленькими буквами, кроссворд большими. Нажимаю два раза Tab, и она мне вылазит на экран список всех слов, в которые могла произойти completion. Собственно, оно остановилось на неоднозначности. Хорошо. Набираю две буквы, кры. Вот я сейчас нажму Tab, и я думаю, что оно достроит до слова кроссворд. Видите? Tab. Два раза Tab. Теперь вот что? Ну, там точка, допустим. Ну, допустим, Dia. И вот она запустила программу, которая... Что за кроссворд? Я не помню, что это за кроссворд. Какой это кроссворд? А, это моя старшая дочка делала. Ситро, буфет. Что там? Подписка, мишка. Дениска есть? Мурзилка есть. Ну, короче, я думаю, некоторые вспоминают. Клоун, яблоко. Я думаю, вы можете вспомнить, что это был за рассказ. Вот. А, дело не в этом. Да? Значит, смотрите, механизм такой. Либо вам выводится список файлов, которые соответствуют уже набранному completion, либо вам выводится уже целиковый файл, если того, что вы набрали, достаточно. Вот, того, что... Ну, неважно, это zip-архив. Того, что вы набрали, уже достаточно для работы. Это completion имен файлов, который придумали очень давно, и который работает во всех шеллах, ну, вот кроме самых примитивных, вроде dash. На самом деле... А, да, ну второй это completion, разумеется, команд. Вот если я нажимаю ls, нажимаю tab, shell понимает, что первое слово в строке это команда, и он мне выдает список команд, которые начинаются на ls. Ну, не знаю, там. Вот оно, в результате оно построил, я построил команду lspci. Понятно, что так довольно, ну, проще написать lspci, всего 5 букв. Но если эти названия команд большие, или если вы до конца не помните, как они пишутся, и ls чего-то там, а чего ls, я забыл, то вот вам все ls, которые бывают. Оу, я даже не знал существования такой команды. Это штука, которая самым образом представляет passvd. А, и сколько процессов от этого человека запущено, слушайте.
Никогда не знал о существовании этой команды. Только сейчас увидел. Ну вот. Ну или там вот такая, да. Список блочных устройств. Достраивание команды. Если Shell видит, что у вас первое слово, он считает, что это команда, ну и дальше понятно. Гораздо интереснее другое. В продвинутых Shell'ах, в Bash, в Z-Shell'е, Shell может догадаться, что то, что вы сейчас набираете, это не команда и не имя файла, а, скажем, название параметра. И вместо того, чтобы подсказать список файлов, он видит, что это начало начинается на минус. А если это минус, то, наверное, это какие-то ключи. Ключи чего? Ключи программы ls. Получается более разумное, более интеллектуальное completion, когда вас Shell догадывается, чьи именно параметры в данный момент нужно подставлять. Вот у ls вон сколько параметров, на самом деле еще больше. Да, ну тогда не знаю. Ну вот, например, вот так вот. Ой. Как, ну, минус L, короче, не помню, как будет минус L. Вот это с минус-минус inode или ключ минус E, вон левая колонка, выводит уникальный идентификатор файла, inode. Вот, то есть на самом деле современные шеллы, они помимо вот этих простых механизмов достраивания файла, достраивания программы, содержат в себе еще такие громадные наборы вот этих достраиваний для разных случаев жизни. Тут имя файла, естественно. А вот тут уже, например, давимы нету. Какая жалость. Ну, в общем, понятно, для чего еще может быть. А сейчас давайте посмотрим. Bash completion. Вот, смотрите. Я сказал rpm-ql. Нажал два раза tab, и он мне выдал список пакетов. Потому что программа RPM – это программа, которая просматривает пакет. Я хотел другое привести, я хотел посмотреть содержимое, но на автомате воспользовался completion. Во! Знаете, для кучи всего есть. Causate. А он не стоит каусей. А, какая жалость. Ладно, времени нет. Поставил его, показал. Вот. Ну, допустим, хз. Да? Вот. Для архиватора хз, например, есть отдельный completion, который знает ключи архиватора хз. Что еще? Ну, наверное, осталось 10 минут. Значит, слушайте, связанное с completion, да? На самом деле, даже без completion вы довольно свободно можете манипулировать именами файлов, если они слишком длинны. Допустим, вот файл под названием там, не знаю, там. Во. Что это такое, я не помню, но пускай будет. Вот. Я даже не помню, что это было. Это, наверное, была лекция, были лекции в этом самом, в бирже. Ну вот, смотрите, вот есть группа каталогов, которые называются Python Winter 215, что-то там. Да? Допустим, я хочу посмотреть содержимое каталога вот этого. Да? Понятно, что у нас на экране есть всегда копипейст, я могу прямо вот так написать. Вот. Но в принципе я мог бы сделать что? Я мог бы заставить Shell использовать механизм file name generation, то есть использовать шаблон. Ну, давайте вместо эхо. Использовать шаблон, в котором на очень-очень простом языке задания шаблонов описал бы, какие файлы из имеющихся меня интересуют. В данном случае шаблон со звездочкой означает P,
любое количество символов old, он оказался только один. Или, допустим, k, любое количество символов dir, он только один. Любое количество символов. Вот, пожалуйста, три разных файла, которые удовлетворяют этому шаблону. Что такое сопоставка шаблонов, я думаю, никому здесь сопоставка строки шаблона, я думаю, никому здесь объяснять не надо. Очень простые шаблоны используются в Shell. Звездочка означает любое количество символов. Допустим, вопросительный знак означает один ровный символ. Видите? Вопросительный знак точка звездочка приводит к раскрытию этого шаблона в список имен файлов, в которых первая буква О, вторая буква любая, дальше точка и дальше любое количество символов. Вот. Что еще есть? Есть диапазоны. О, цифра, точка, что угодно. Вот. Есть отрицание диапазонов, если мне не изменяет память. По-моему, вот так. Да, О, не цифра, точка, что угодно. И кажется, все. Кажется, все на языке задания шаблонов. Опять-таки, в толстых шеллах вроде Z-шелла есть какой-то свой внутренний язык шаблонов, существенно более крутой, но, а, у нас нет времени на то, чтобы его изучать, б, он действительно более крутой, и если вы там с утра до вечера только и делаете, что пишете какие-то вот такие штуки на Z-шелле, то имеет смысл его изучать. Вот. Я, например, поизучал. Вот. И вообще это мы уже вторгаемся в область программирования на Shell, потому что там скорее даже не столько к командной строке это относится, сколько к тому, чтобы внутри скрипта написать фильтр для правильного вида файлов. Вот, язык шаблонов. Обратите внимание, и это очень важно, что раскрытие шаблона в список файлов производится шеллом. Программа, которую вы запускаете, получает в качестве параметров вот это. Ей не нужно программе жевать вот такую ерунду, самой превращать ее в список файлов и так дальше. Это делает shell. То есть к тому моменту, когда будет запущена команда echo, от вот этого шаблона не останется и следа, вместо него появится вот такой. Кстати сказать, у Баши есть один довольно забавный эффект. Если он не раскрывает шаблон, он передает его в неизменном виде программе. Это довольно неприятно. Потому что то ли будет раскрытие шаблона, то ли не будет, в зависимости от того, есть такие файлы или нет. Если вы, например, напишете вот так вот, то у вас будет выведен список файлов. А если вы напишете вот так вот, то у вас будет выведена AA-звездочка. А если вы создадите файл в этом каталоге, то вместо AA-звездочка у вас будет выведено имя файла. Смотрите. Ой. Вот. Некая неприятность. Я забыл какой-то опции, какой-то настройкой шелла, это все выключается. Когда у вас вот такое эхо, когда у вас, если final name generation не сработал, выводится ошибка вместо этого. Вот Z-shell так делает по умолчанию. Сейчас вот покажу. По-моему, Z-shell так по умолчанию делает. Когда вы говорите ls a звездочка, у вас пока. Вот, видите, что он говорит? Вместо того, чтобы вывести a звездочка, или там эхо a звездочка. Он говорит, не-не-не, таких файлов нету. File name generation, вот этот шаблон не подставился. А вот звездочка есть, потому что это любое имя, любимое мной имя файла. Вот. Так. Последнее, что я хотел рассказать сегодня, и на этом мы закончим. Но у меня еще есть маленькое обсуждение про тему следующей лекции. Вот. Последнее, что я хотел рассказать, это управление процессами. Значит, мы знаем, что процессами можно управлять с помощью килла. Мы знаем, что процессами можно управлять, посылая им команды с клавиатуры. Это какой? Это сигинт? Все-таки инт? Ну, хорошо. А, да, сигинт, конечно.
Все так. Вот. Это SIGINT, это SIGQUIT, видимо. Вот это. Или SIGKILL. SIGQUIT, я думаю, все-таки. Вот. Вот это SIGSTOP, да? Suspend. И кажется, все из сигналов. Вот. Так вот. Помните, как манипулировать несколькими процессами, которые привязаны к одному и тому же терминалу? Их можно приостанавливать, пересылать им, пересылать SIGSTOP. Где он? Вот он. Тогда они пребывают в состоянии подвешенном. Их можно продолжать работу, посылая сигнал SIGCONT. Вот. И тем самым, вот, посылая им волшебные сигналы, вы можете как бы переключаться между ними. Причем один из этих процессов может еще и вводить со стандартного ввода, а все остальные будут работать в фоне. Вот. Ну вот, допустим, у нас есть вот такая штука. Что-нибудь типа sleep 2 read a echo доллар a, ну, допустим, вот так, чтобы было понятно, да? Вот он 2 секунды подождал. А, давайте мы еще напишем echo минус n, чтобы было видно echo минус, минус n. Вот так. Вот он 2 секунды подождал. Вот он написал echo минус n, он теперь вводит a, мы вводим какой-нибудь a, и он его выводит. Прекрасный процесс, который работает, в данном случае был запущен интерактивно, то есть не в фоне. Если мы запустим этот процесс в фоне, давайте запустим его в фоне, он 2 секунды подождет, а через 2 секунды он захочет ввести со стандартного ввода, но, будучи фоновым процессом, сделать это не сможет. Система ему пошлет сигнал SIGSTOP. Если мы сейчас посмотрим... Это не кошерно. Посмотрим содержимое процессов. Там где-то должен быть процесс в состоянии ты. А, тогда все-таки минус AX. SAX. Вот он. Отдельный shell, который запустил этот наш процесс. Вот этот самый. Вот этот. Вот. Минус X, что ли. Так. Ну, вот он, короче. Он сейчас в состоянии стоп, потому что он хочет вводить со стандартного ввода, а не может. Так вот, современные шеллы, практически все, позволяют вот этими запущенными в фоне процессом манипулировать не по идентификаторам процесса, который нам надо еще сказать ему SIGCONT, например, да, там, kill минус cont. Вот так вот. Это достаточно сложно. О, он опять хочет ввести. Я говорю, ты продолжай? Он говорит, нет, говорит, не хочу. А писать им так. Кстати, foreground. И вот текущий зависший процесс будет переведен в фоновый. Теперь можно что-то ввести, можно вывести. Вот. Например, мы можем запустить, допустим, так вот, sleep 600, dins, sleep, sleep 600, а здесь какой-нибудь sleep там 1200. Вот у нас есть два процесса запущено. Оба они, ой, PSIX. Оба они сейчас спят, потому что они ждут своего часа. Вот. Но самое главное, что если мы хотим их убить, мы их можем убить по идентификатору процессора, или, собственно, я к этому вел, они текущим шеллом запоминаются как процессы, запущенные из текущего шелла, и нумеруются просто первый и второй. Команда Jobs к Тину Джобсу никакого отношения не имеет. Показывает, что у нас запущено два задания. Вот. И когда мы пишем kill, мы можем писать kill, скажем, процент 2. Это процент 2 будет преобразовано в соответствующий shell, будет преобразовано в соответствующий идентификатор. И он узнает, что можно было, оказывается, убить, нужно было, оказывается, убить процесс именно номер 3255. Ну или с точки зрения вот job control задание номер 2. Между ними можно переключаться. Вместо того, чтобы посылать им какие-то сигналы, вы можете сказать проценты 1 и раз, у вас задание номер 1
станет интерактивным, текущим. Ему можно сказать Ctrl-Z, оно перейдет в состояние стоп. И можно сказать процент 1 вот так. И оно перейдет в состояние опять background. Ну, давайте, что ли, процент 2. Когда задание переведено в онлайн, когда оно связано по вводу с терминалом, то есть оно является интерактивным, вы ему можете с терминала посылать сигнал. Сейчас скажу Ctrl-C, оборвется именно это задание. Вот. Видите? Оп, Ctrl-C. Это довольно удобно. Вы запускаете с терминала много-много всяких в фоне процессов, а потом между ними переключаете для того, чтобы там какой-то прибить из них, ну или еще что-то делать, вместо того, чтобы каждый раз делать PS или PDOF, смотреть идентификатор процесса, убивать и так дальше. Вот. Ну, вот эта вот сквозная нумерация тоже бывает удобна. Чего я еще не сказал про удобство? Чего еще в течение минут 2-3 можно рассказать про удобство работы в Shell? Кто что может предложить? Мышкой копировать можно, к Shell отношения не имеет. Не имеет. Это свойство X-ов, да, вот этот вот выделил, а средней кнопкой вставил. А тоже можно. Это свойство. Специальную мышку, да. Нет, я сейчас про Shell. И вот про все эти околошельные дела. Вроде бы ничего больше, да? Окей, тогда у меня... Спасибо. Я помню, что я что-то забыл. Ну окей, тогда еще 3 минуты про историю. Значит, история очень простая, я ей опять же пользовался повсеместно. Вот, клавиша вверх перечисляет нам все команды, которые мы только что вводили. Клавиша вниз перечисляет их в обратную сторону, естественно. Это было бы все не так интересно, если бы не командочка Ctrl-R, Reverse Search, которая позволяет нам искать в истории, видите, все команды, которые содержали ls. Вот, давайте еще раз, Ctrl-R, ls. Не нравится мне эта команда ls. Тогда вот это, или вот это, ой, сейчас. Или вот это, или вот это, или вот это. Видите, да? Ну, например, я хочу вот это. Вот. Еще раз, да? Ctrl-R. Начинаем набирать командную строку, например, V. И дальше, продолжая нажимать Ctrl-R, а мне Shell подсказывает только те командные строки из истории, в которых входила подстрока VI. Вон она. Ну, тут их много. Да, совершенно справедливо. Допустим, я сказал вот так вот. А, ну значит, я ее еще подредактирую. Ну, скажем, вот так. Вот. То есть, когда вы ее, вместо того, чтобы говорить Enter, да, вот когда вы ищете, вы там что-то типа вот так вот. Вот. Да? Вот я начал редактировать, она сразу вернулась из поискового режима в обычный, и дальше мы можем что-то тут приписать. Минус M. О. А, fail it, все. Ни одной команды, в которой есть пробел минус M, в этом шеле не запускалась. Видите, она говорит fail it reverse search. Ну вот. Опять-таки, с этим можно и всякие более хитрые трюки делать. Например, вы можете определить... сейчас покажу и на этом закончу. Кстати, я на автомате поискал команду SSH. Я это не специально сделал, просто у меня руки автоматически нажали Ctrl-R SSH, потому что я помню, что я ходил на свою машинку работающую. Так, там просто у меня настроено кое-чего. Вот смотрите. О, баш. Вот какая-то команда, вы можете, например, вот так настроить, чтобы ходил по словам. У меня для этого клавиша page up, page down служит. Или, например, что там из полезного? Допустим, если вы хотите последнее слово, которое вы использовали, еще раз использую следующую команду. Я говорю эхо,
И хочу, чтобы вот эта вот О-звездочка появилась. Можно взять Escape подчеркивание, например. Оп. Ну или там, не знаю. По-моему, точка тоже работает. И еще Alt что-то работает. Я уже не помню. Alt точка работает. Вот. Это иногда бывает нужно, например, если, ну не знаю, там. Какое-нибудь длинное что-нибудь. Ну, бог с ним. Все равно. Да? Вот. Наверное, пора заканчивать. Да? Значит, вот это вот escape подчеркни или escape точка, повторение предыдущей команды, довольно удобно. Повторение последнего предыдущего слова. Довольно удобно, чтобы не писать каждый раз одно и то же. Вот там, допустим, вот пишем вот это вот. Да? Да, да, длинный путь к файлу, вот это все. Вот мы записали, а теперь мы хотим его запустить. Да? Или там ВЦ. Что? Эти. Ну, можно было бы, конечно, вот так вот написать, да? Но это неинтересно. Лучше писать вот так. ВЦ. Точка. Вот. Работа с историей – очень важная вещь. История хранится в специальном файле текстовом. В Bash он называется Bash History, в Z-Shell. Зашел history. Зашел history. Вот. Размер его настраивается. Есть такая технология. Начали писать команду. Какую-то большую команду, что-нибудь такое, вот такое, минус L, двоеточие. Потом, елки-палки, нет, я хочу сейчас еще другую команду выполнить. Окей. Поставили в начале комментарий. Сделали, что хотели. Убрали комментарий. И начали писать дальше. То есть у вас в истории хранятся невыполненные команды, которые потом можно довыполнить, там, поправить и все. Ну, например, так, да. Правильно, если вы совершенно случайно набрали пароль, то он отложится в Bash History, причем, если его прямо сейчас оттуда удалите, а потом выйдете, то он туда опять запишется. Вот. Поэтому нужно сделать так. Нужно выйти, войти, удалить, снова выйти. Вот. Иначе получится. Все. Я, кажется, выил наше время. Значит, вопрос. У нас тут, если бы не повторение, был бы небольшой блочок, связанный с работой с текстовыми файлами. Ну, потому что все файлы конфигурационные текстовые, слава богу, подавляющее большинство, вот, они лежат в домашнем каталоге, в ETC они лежат. Просто работа с текстовыми файлами – это где-то минут на 15-20 разговор. Может быть, даже меньше. У меня есть соблазн рассказать про то, про что я уже давным-давно не рассказывал на лекциях про Linux, а именно про работу с регулярными выражениями. Мне кажется, что текущая аудитория будет интересная. Вот. Потому что эта вещь непростая, она требует некоторого напряжения мозга, но пригождается в таких неожиданных местах и так часто пригождается, когда вы работаете в средах вроде Linux, где очень много структурированных текстов. Еще она нужна при редактировании всяких структурированных текстов. Но, допустим, системный администратор то и дело редактирует структурированный текст, потому что он редактирует конфигурационный файл. Таким образом, вещь довольно удобная. Вы могли видеть, наверное, даже на лекциях, когда я, значит, бессознательно ее использую. И, по всей видимости, это стоит рассказать. Тогда у нас вся следующая лекция посвящена редактированию текста информации, и большая ее часть посвящена работе с регулярным выражением. Окей, все, на чем спасибо. Вот, если есть вопросы, задавайте. Ну окей, все уже устали. Хорошо, тогда до следующего раза.